Красиво, не правда ли? Еще одна хорошо выполненная работа. Что случилось, Кевис? Наша карьера никуда не денется, милорд. Но наша работа работает по всему Лондону. Маленькие дети поют нашу песенку. Мы ничего не делаем. Посмотри на это. Нет, не то. Остальное. Это не самое счастливое место, милорд. Я хотел, чтобы наши песни приносили радость и любовь, как уважаемые авторы песен. Если бы я мог сделать что-то одно, только одно, я бы научил весь Лондон любить. Это так много. Но как? Но как? Милорд, у меня есть идея. Ох, лучшая идея, которая у меня когда-либо была. Лучше, чем эти глупые усы. Это перерыв, которого мы ждали. Я с тобой, Кевис. И как раз к Рождеству. Звезда Рождества. Будет здорово, сэр. А еще раз спасибо, сэр. Я не знаю, как мы могли бы отплатить вам, хе-хе, сэр, не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Пока, Кевис. Милорд, будет здорово, сэр. А еще раз спасибо, сэр. Он уже здесь. Нет, еще нет, Кевис. Он сказал, что будет здесь, верно? Да, он никогда раньше не опаздывал, верно? Нет, когда вы в последний раз видели его? Вчера. Возможно? Вы закончили это? Да, Сеймур, ты принес это. Ага, вот она. Удивительный. Итак, как это снова работает? Seymour? Now the Joymans are working on an internal combustion engine. Millward? As if. And then there's my friend Stanley with his steamer. Fat chance! No, rocket power! That's the way it's gonna go. Ouch! Sorry! Can I take it for a spin? Be my guest! Millward? Yes, Kevis? Да, Кевис. Посмотрите на тот плакат вон там. Да, Millward, этот плакат. Что это говорит? «Принцесса и сантехник. Музыкальный спектакль». Ага. И что там написано под заголовком «Милворд»? Кевис Аппетхарт и Милворд Фелпс. Это мы. Да. Это мы, Милворд. И когда там написано, что шоу открывается? Сочельник. Это за трех дня. Правильно, Милворд. Выставка откроется через три дня. Но с этим есть небольшая проблема, милорд, не так ли? Проблема? Вы еще не закончили писать. Сеймур, ты принес оборудование. А, да, это прямо здесь. Милорд, мне нужно, чтобы ты написал этот сценарий. Мне нужно, чтобы ты писал как ветер. Я постараюсь. Нет, мы не будем пытаться, милорд. Нет, на этот раз мы сделаем это. У нас никогда не было такого шанса, милорд. Если бы твой дядя не любил тебя так сильно, он бы никогда не позволил нам использовать свой театр. Но если шоу не сработает, мы вернемся к написанию рекламных текстов для зубного воска Дурлинга. Я не вернусь, милорд. Нет. Это наш шанс, и мы им воспользуемся.